Вместо пропавшего в Бурятии самолета Ан-2 нашли обломки другого воздушного судна, той же модели и той же авиакомпании. Правда, найденный борт разбился год назад во время той же обработки леса от тутового шелкопряда. Борт оказался, что прошлогодний, 81-519, который в прошлом году авиакомпания «Феникс» потерпел крушение в 56 километрах севернее села Кырен Тункинского района республики. Меж тем пропавший 9 дней назад борт Ан-2 может находиться севернее села Тибельти Иркутской области. Обнаружены срезанные верхушки кедровых насаждений и предположительно, что возможно их срезало именно бортом. Нами направлена группа 2-го поисково-спасательного отряда Бурятской республиканской поисково-спасательной службы Республики Бурятия в количестве 3 человек на 1 единице техники. Они выдвинулись туда. Сейчас проведут обследование территории. Возможно, что эти срезанные верхушки именно борт когда садился, ну, предположительно. Это одна из немногих зацепок, однако она, к сожалению, не гарантирует успех, ведь до сих пор неизвестно, в каком направлении двигался Ан-2. По плану самолет должен был улететь аж на 180 километров, что говорит о невероятно большом лесном массиве, который обследуют спасатели.